Вот какую мачту надо иметь, господа радиолюбители, в личном пользовании. Ой! Сделать, залить швеллера в бетон. Тут, в принципе, что тут квадратный метр получается. И вот так вот, да, скручивать ее. Красота какая. В принципе, вся сборная получается. Можно по ней лазить без проблем. Поворотку, все что угодно. И высота не такая уж и высокая, и не такая уж низкая. Сейчас надо посмотреть, сколько метров, где-то тут табличка была. А вот и табличка была. Что, 20 метров? Вообще шикарно. Причем из центра еще можно мачту вверх поднимать. Еще можно метров на 10 поднять. Вот где бы такую найти, чтобы на даче поставить?